Павлодаре на прошлой неделе ярким шоу отпраздновали День города. Ни одно событие в областном центре не обходится без участия местных артистов. Благодаря им культурная жизнь нашего края процветает. О талантливом солисте Павлодарской филармонии наш следующий сюжет. Айбар Ашкеев поет с раннего детства, но углубился в изучение тонкостей вокального искусства в 12 лет. В Павлодаре и за его пределами он прославился тем, что неоднократно становился победителем и призером зарубежных состязаний, а также вышел в финал известного ТВ-конкурса. Уроженец Кибастуза переехал в областной центр, чтобы покорить его своими вокальными данными. Вообще я с детства всегда любил этот город, Павлодар. Он мне очень нравился, публика, народ. Все здесь мне как-то более роднее. Поэтому, когда я сюда переезжал, я уже был в восторге от этого города, я его уже любил. Поэтому все, что происходит в данный момент и по сей день, меня это все устраивает. Потому что очень культурный народ, очень любит музыку, искусство. Всегда аншлаги на концертах. Певец отмечает, несмотря на то, что период своей жизни прожил в Астане, где получал профессиональное образование, все же ближе к его сердцу оказался Павлодар. В областном центре Айбара зацепила не только благодарная публика, но и внешний облик. Можно отметить и архитектуру, то, что есть старинные дома. Это всегда меня больше привлекало, чем искусственные города стеклянные. Мне всегда больше нравилась душа в городе. К тому же и река, много зелени, это успокаивает. Благодаря этому ты ходишь более добрым, спокойным, отдыхать успеваешь в этом городе, потому что, живя, например, в Астане, все время была степь, никакой живности, поэтому было тяжело оставаться в равновесии, спокойствии. Павлодар для солиста также стал городом возможностей, где он может по максимуму реализовать свой потенциал. Вместе с другими артистами филармонии ему посчастливилось открыть для себя массу интересных проектов. Только ты поскорей приходи, назови радостный день нашей встречи навсегда. Павлодар, лично для меня это очень культурный город. Даже сколько бывает концертов и так далее, всегда есть люди, которые подойдут после концерта за кулисы, на улице, всегда отметят какие-то моменты, когда ты пел, могут дать подсказки, замечания, советы. Это показывает то, что люди знают в этом толк. В областном центре он продолжает развиваться как вокалист и вносить свой вклад в культурное процветание города. Впереди у Айбара множество планов и проектов, которые, несомненно, принесут ему новые победы и признания. Анастасия Ерш, Алексей Мехедов, Ертыс-Акпарат.